Міністр па надзвычайных сітуацыях Рэспублікі Беларусь Владзімір Вашчэнка наведаў сёння Гомельскі ліцэй МНС, каб павіншаваць яго навучэнцаў, педагогаў і афіцэраў з надыходзячым новым годам. Такія візіты ў падведамасныя ўстановы адукацыі ўжо сталі традыцыйнымі. Святочны ранішнік распачаўся экскурсіяй па выставе дэкаратыўна-прыкладной творчасці навучэнцаў ліцэя. Да свята яны вырабілі розныя экалагічныя ёлкі і сімвалы 2019 года свінак. Далей на сцене гости убачили новогоднее представление, мюзикл, операция «Шлем» або іншие пригоды джентльменов удачи. Неглядячи на все складанности на шляху головных героев, святочная история має счастливый финал. Головное – не сдаваться при любых обставинах. А юные вратовальники у шарговый раз доказали, что яны мають не только добрую физичную подрыхтовку, але и таленты. Кожный из них отримал віншаванні и специальные солодкие подарунки от МНС. Каждый год у нас удивляет своим творчеством, своими интересными какими-то поделками. Вот мы сейчас прошли, посмотрели. Конечно же, я поздравляю и детишек наших, и всех взрослых, потому что все мы одинаково ждем Нового года, ждем каких-то изменений, конечно же, позитивных. Но все зависит от нас. Я уверен, что если мы будем настроены на позитивный лад, все у нас получится, и те задачи, которые стоят перед нами, мы выполним. Ну, а пожелания, конечно же, всем крепчайшего здоровья, свершения всех намеченных планов, ну и всегда прекрасное настроение. Программа протягнулась открытым новогодним турниром по волейболе «Кубок дружбы-2018».